День добрый, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на канал наших друзей. Поддержите их, пожалуйста. Ссылка на канал в описании. Ну а мы начинаем. Всем известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов впервые вышел на большую сцену в 1988 году. Правда, не все заканчивалось так благополучно. Случалось даже то, что артисту разбивали голову. Сегодня Дмитрий, как и все остальные, находится в самоизоляции, дает онлайн-концерты, общается в видеочатах с поклонниками. Во время очередной виртуальной встречи он рассказал о самом жутком случае в своей карьере. В 90-е годы на стадионе хулиганы кинули меня камнем. Серьезно разбили голову, признался певец. Кровь лилась рекой, но все обошлось. Врачи приехали быстро и помогли музыканту. Теперь, видимо, благодарность за то спасение, Маликов поддерживает медиков. У меня есть благотворительный фонд, рассказал Дмитрий. Сегодня он оказывает помощь трем немосковским клиникам. Во время пандемии коронавируса это особенно актуально. Кстати, о коварном вирусе артист знает не из новостных хроник. У меня несколько друзей тяжело болеют, с осложнениями, хотя есть и те, у кого недуг протекает в легкой форме, вздохнул певец. Никогда не знаешь, на кого упадет этот камень. Дмитрий Маликов попросил всех следовать примеру и оставаться дома. Друзья, подписывайтесь на наш канал, также на канал наших друзей, и до скорых встреч в новых видео.